Ребят, вот вы все жалуетесь на беспокойство, на переживания, кто что подумает, на страдания, мучения, что хочется так, а так не получается. Ну, вот эти все духовные, душевные, вот эти муки. А вы лекарства принимаете? Ну, я имею в виду медитацию, которую я вам прописал, которая вообще на самом деле древнее лекарство и самое, наверное, единственное из всех, которые реально работают и помогают. Которая всегда с вами, вот это вот лекарство, медитация, которая, ну, не требуется где-то выписывать по рецепту, и которая никогда не кончается. Лекарство, медитация. Вы принимаете это лекарство? Регулярно, ежедневно, постоянно. Вместо таблеток, вместо всяких разных микстур, выписанных вам врачами, вместо антидепрессантов, успокоительных, алкоголя, наркотиков. Вот вместо этого всего принимайте медитацию, которая всегда с вами. И все. Начинаете там, не знаю, с 10 минут. Где-то недавно сказал, что по полчаса в день принимайте. И мне написали комментарий: да ты че, блин, разве это возможно? Это так много. Ну хорошо, ну начните с 5 минут, с 10. Вот эти комментарии гневные, они выдают, ну, людей, которые много знают, накапливают знания. И все. Но сами, видимо, не занимаются этим. Полчаса — это немного. Ну, это нормально, абсолютно. Поначалу, да, возможно. Но я же как бы исхожу из... со своей колокольни, да? То есть я тоже там начинал там с 10, с 15, с 20 минут. Полчаса для меня это было много. Я засыпал. Вот сейчас я сижу час. Ну, мне нормально. Не сплю. Прекрасно себя чувствую. То есть, ну, час уже немного для меня, понимаете, да? То есть дело просто, ну, практики, регулярности, тренировки. Вот это и есть духовная практика. Кроме того, эту медитацию нужно не просто как отдельное упражнение я делаю, знаете, типа духовная практика по 10 минут в день и все. Нет, ребятушки, вот это вот состояние осознанности, внимательности, которое вы тренируете в медитации, принимая настоящий момент, принимая себя, принимая эту жизнь, принимая вот, вот это здесь сейчас, вы должны это распространять на весь день. Это и будет духовная практика, которая должна быть вот, в течение всей жизни, всего рабочего дня, там, жизни, вот этой повседневности всей, вот этой бытовой всей рутины, монотонности. Иначе какой смысл? Просто еще одно занятие дополнительное к, я не знаю, там, к чему. К походу в бар с друзьями, к работе, к досугу какому-то. Да, форма проведения досуга. Я хожу на йогу, и 20 минут в день я очень духовный. Ну, так это не работает, это не помогает. Короче говоря, вы так не выздоровеете. Это вас не вылечит. А вылечит регулярное, постоянное вот это вот принятие. Медитации. Что такое медитация? Это принятие себя. Вот говорится же, примите себя. И я говорю, примите себя, какие вот вы есть. Вот это надо принять. Вот ты есть, вот чувствуешь себя, какой-то я не такой, недостаточно там во мне чего-то там, какой-то я слабый там, я боюсь, я волнуюсь, я переживаю там, я нервный. Ну да, ты такой и есть. Дружище, ты такой и есть. Осталось только принять это, что это я нервный, я переживаю, я слабый, я там беспокоюсь, боюсь. Кто там, блин, постоянно тебя тыкает палкой и создает этот конфликт внутри себя? Ну это что такое? Сколько можно с этим бороться, мучиться там и страдать? Поэтому прими себя. И вот эта медитация, это есть прямо, ну, в прямом смысле принятие себя. Ты сел с прямой спиной и начинаешь принимать себя. Принимаешь себя вот прям вот минуту, две минуты себя принимаешь, три, четыре, пять, как можно больше. И потом оставь это принятие себя и принятие жизни и настоящего момента вообще всегда. Где бы ты ни был, сидел бы ты уже, стоял бы дома у себя, или на работе, в автобусе, или в машине. Ты всегда принимаешь здесь и сейчас
себя и эту жизнь, чем ты и являешься, по сути. Ты не отделяешь себя от жизни, я какой-то не такой, а жизнь какая-то сама по себе, и я для этой жизни, которая вот здесь как бы есть вот передо мной, я должен быть другим. Я недостаточно хорош для этой жизни. Все это одно целое. И вот это ты принимаешь. И это ты принимаешь каждый день. По дозировке. По капельке. По 10-15 минут. Утром. В начале дня. Натощак. Перед завтраком. Друзья. Как только ты проснулся, ты начинаешь сразу принимать это лекарство. Ты садишься на стульчик с прямой спиной. И принимаешь лекарство. Принимаешь медитацию, принимаешь себя, принимаешь эту жизнь, принимаешь этот настоящий момент со всеми, вот со всеми делами. С мыслями, страхами, тревогами, чувствами, звуками или не звуками, ощущениями, не ощущениями. Со всем, со всей херней. Это и есть жизнь. Нету отдельной духовной жизни от какой-то другой недуховной жизни. Понимаете? Есть жизнь вся целиком. Есть либо наше принятие этой жизни, а есть непринятие. Когда есть принятие жизни, всей целиком и себя вместе с этой жизнью, как жизни и есть, это и есть духовная жизнь. Это есть осознанность и целостность. Когда мы не принимаем эту жизнь, а мы...